Юлия Нерадюк из города Запорожье. Привет. Дим, может, сейчас поменяемся? А я на самом деле хотел бы оказаться сейчас. А сейчас ты поймешь, почему Мишка так сказал. Дело в том, что уважаемая Юлия Николаевна в анкете написала следующее, Дим. Самый смешной случай в вашей жизни призналась Шепелеву в любви. Дима, а может быть, я тебя люблю. Я тоже тебя люблю. Прости меня, пожалуйста. Но скажи, пожалуйста, что было потом? После того, как я призналась тебе в любви? Да. Ты мне сказал, я тебе тоже. Это все, что ты смог? Да, ты знаешь, Шепелев уже не тот. Вы что у нас, учитесь, работаете? Работаю. А где? Кем? Сколько зарабатываешь? Много. Говорите правду, он о правах уже мужа спрашивает. Танцую в шоу-балете. Класс, беру. У вас прекрасное отношение. Вы сейчас будете шутить или танцевать? Нет, буду шутить. А мы бы посмотрели. Но есть риск того, что вы много не заработаете. Ничего страшного. Я понял. Зато я призналась Димочке в любви. Спасибо вам большое. Я ему игрушечку подарить хочу. Давайте сейчас прям, вот, может, вы сейчас хотите под аплодисменты. Дима. Да. Иди. Я здесь. Этот Мишка. Твой. Этот Мишка не мой. Этот Мишка. Этот Мишка. Не мой, этого Мишки. Спасибо тебе большое. Здравствуй. Привет. Как ты изменилась? Привет. Давно не виделись. Спасибо тебе это огромное. Тебе. Спасибо тебе большое. Дима, вы можете помочь сейчас своей второй половинке заработать деньги? Вы знаете, я бы на вашем месте смеялся хотя бы из уважения к моей личной жизни. Я желаю тебе удачи. Спасибо, спасибо тебе большое. Красиво. Красиво. Да. Значит, последний раз вы виделись 9 месяцев назад, и ты подарил ему сейчас Мишку. Мишку, да. Это все, что у нас получилось. Это понятно. Это все, на что я способен. Зная гены Шепелева. Может, там еще что-то интересное в анкете? Буду ездить с Шепелевым на гастроли? Да. Интересно. Дима. Я езжу на гастроли. Как тебе этот самовар? Ну что, уважаемая Юлия Николаевна. А для кого-то просто Юля. По правилам нашего шоу, у каждого участника, кто выходит смешить комиков, есть 60 секунд для того, чтобы их рассмешить. Я думаю... У вас есть 2 минуты. Я думаю, мы за 60 секунд тоже успеем. Ну как в тот раз. Юля, вы говорили мне в прошлый раз то же самое. Ну что, вы готовы, Юль? Конечно. 60 секунд. Я люблю тебя, Дима, и это невыносимо, потому что меня не любишь ты, но хоть в ресторан тогда пригласи. Мне для счастья ничего не надо, просто быть с Димулей рядом, завтраками сытными кормить, на тусовки с ним ходить. Хочешь, стану я блондинкой, самой лучшей для тебя женой. Хочешь, первый или второй? Ты только скажи, какой? Мені 20-й рік минало, послати ляд я за селом. Чи то у Діму що-то встало, але так весело було. Ту-лула, 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 хочу от Дімы я ребенка, ла-ла. Дімочка, я даже ради тебя готова на очень большой риск. Вот. Пошли скорее. Все. Ну, проиграл, и что? Я достаточно зарабатываю. Я тебе отдам эти деньги. До свидания, Дмитрий Шепелев. Пока. Это было шоу «Рассмеши комика». Дорогие друзья, до свидания.